Как вы думаете, что вы видите сейчас перед собой? Это мелочь там. Там что вот, в принципе, вы видите, да? То есть монеты, деньги. Или карточки. Вот ответьте себе. Ставим на паузу, отвечаем. А дальше, в общем, читал я, попалась мне на глаза статья, где рассуждалось о том, что там кому-то выдавать карточки малоимущим, там еще что там, которые будут чем-то там обеспечены. Так вот, я вот над чем задумался. Вот смотрите, в советское время, например, деньги были обеспечены активами, там, драгметаллами, золотом, еще чем-то. Ну, помните, что было написано в деньгах, наверное, кто-то. Ну, кто не помнит, открывайте, и там на деньгах увидите, что написано. Сейчас мы на деньгах видим билет Банка России, там закон, еще там что-нибудь там. Так вот, возникает такой вопрос. А у нас сейчас в стране, ну и в принципе везде, где деньги просто являются неким законным средством платежа, оно по факту является деньгами? Или мы уже живем с карточками, носящими название там билеты банков? Потому что, насколько вот помните, да, то есть вот те карточки, которые были там в перестроечный период, там, они же что были? Они обозначали, что там на них можно было там отоварить там то табак, то алкоголь, то еще что-то там. Ну, я думаю, несложно, если вспомните, да, то есть в военное время там карточки, которые были там что-то другое, да, то есть, но не являются ли современные деньги, те, которые ничем не обеспечены, такими же самыми карточками, только более широкого использования, так сказать, купонами, что ли, или чем-то там. Ну, просто мне вот такая мысль пришла, да, то есть, и все, кто это видео посмотрит, да, то есть просто, может быть, я где-то логическую цепочку теряю там или что-то, какое-то звено упускаю и в чем-то заблуждаюсь, да, то есть поясните, кто что понимает про те деньги, которые не обеспечены, а просто напечатаны, да, то есть где-то как, ну, на мой взгляд, получается просто как талоны. Просто у кого-то этих талонов больше, у кого-то меньше. В конце концов, я интересовался вопросом, да, то есть когда-то вообще были, ну, в тех местах, где деньги там сложно было получать, да, то есть давали просто жетоны на еду, там еще что-то. То есть, в принципе, все равно по факту это эквивалент некого талона. Ну, ничем не обеспечено, просто дающий право на что-то. Резко усеченное, так сказать. Фактически то же самое, что дают талоны. Потому что деньги, когда они чем-то обеспечены, да, то есть там спектр возможностей, он несколько другой. Хотя, в принципе, и на деньги можно наложить некие условия, но именно все познается в сравнении. Так что вопрос теперь звучит снова. Так что вот вы в конце этого видео видите? Деньги или талоны металлические? И сравните с тем ответом, который давали в начале видео.
Ну, и, соответственно, было бы интересно услышать комментарии тех, кто посмотрит. Все.